Привет, YouTube, привет, народ. Сегодня у нас вот такая вот распаковочка таких посылок. И давайте начнем с большой. В этой посылке находится клеевой пистолет. Так. И вот так он у нас выглядит. Больше посылки ничего нету. Вот такой вот интересный. С выключателем. И то, что радует, с подставочкой. Вот так с этой стороны продеваем. И вот так. Вот так, по идее, даже, скорее всего, неправильно поставил. Обратной стороной нужно. Вот так, скорее всего. Так. И так. Вот так, в принципе, он стоит у нас. Евророзетка сразу. Отлично. Один клей. Палочка. Это. И давайте его включим и проверим, как он греет. Тут вот что-то у нас есть написано. Тут вот от 100 до 240 вольт переменного тока. Мощность 20 ватт, как и заявлял производитель. И тут вот есть даже название. Что ж, поставим. Вот он так вот прижимает у нас. Вот так, все, загнал. И сейчас мы его включим в розетку. Включаем. Так. Вот загрелась наша лампочка. Думаю, нужно что-нибудь подставить под него, чтобы он нам стол не испортил. Вот, от посылки поставим и посмотрим, как он быстро нагреется. В принципе, конец вот уже теплый, начинает греться. Так, и пока греется наш паяльник, предлагаю распаковать еще одну посылку, вот такую, в которой должны быть клеммы. И вот мы видим, ее вскрывали на таможне. Ну что ж, давайте посмотрим, все ли нам пришло. Думаю, что все. Должно быть здесь 100 штук клемм. Так, вот так вот у нас посылка выглядит. Первый раз вижу такую вот пупырку розовую. Так, видно, пупырка обклеена просто вот этим скотчем, что очень-очень тяжело его раскрыть. Итак, вот такой вот у нас пакет. Внутри больше ничего нету. Вот. Даже видно, порвался или открытый пакет. Сейчас посмотрим. Вот такие вот обычные простые двухконтактные клеммы. По качеству, думаю, будут хорошо зажимать провода. Посмотрим, что у нас тут написано. Написано, что 100 штук, 2 пина. Опять. Куда же? А, вот. У нас тут отверстие. И вот будет, думаю, нам служить.
Так, давайте посмотрим. Чувствую запах чего-то горячего. И давайте посмотрим. Вот. Очень хорошо льется. То есть работает он прекрасно. Что ж, вот такой вот клеевой пистолет у нас. Отключили его, включили. Стоил он $4 вроде бы с копейками. Тут у нас вот, да, так и есть написано. $4. Что ж, вот такие вот у нас сегодня посылочки с вами. Так что, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.